Уважаемые товарищи, поздравляю личный состав и ветеранов, гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Ваш профессиональный праздник широко отмечается в нашей стране, является символом народной памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей отчизны на всех этапах нашей тысячелетней истории. От становления древнерусской государственности до сегодняшних дней. Примером стойкости и несгибаемой воли навсегда останется героизм пограничников в годы Великой Отечественной войны. Приняв на себя первый удар врага, они не дрогнули, не отступили. Отважно сражались на фронтах и в партизанских отрядах. Уничтожали пособников нацистов. Вместе со всем народом приближали великую победу. Сегодня вы продолжаете эти доблестные традиции. Защищаете жизнь и безопасность наших граждан, суверенитет и национальные интересы страны. Действуете профессионально и самоотверженно на всех рубежах России, от Арктики и Тихого океана до Черного и Балтийского морей. Отмечу, что во многом благодаря решимости пограничников были сорваны неоднократные попытки прорыва на территорию России банд наемников, предателей и диверсионных групп противника. Те, кто планировал эти террористические рейды на нашей земле, просчитались, встретили жесткий и суровый отпор. Уверен, что и впредь вы будете действовать так же смело и твердо в решении задач специальной военной операции. Эффективно координировать свою работу с другими подразделениями ФСБ, с частями армии и флота, с правоохранительными органами, с главами регионов и муниципальных образований. Конечно, опираться на поддержку людей, которые видят вас своих надежных защитников. Серьезных, значимых результатов нужно добиваться по всем важнейшим направлениям пограничной деятельности. Вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов, содействовать развитию международного экономического и гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей с нашими добрыми соседями и зарубежными партнерами. На пограничные органы возложены действительно большие и ответственные задачи. Уверен, что и в дальнейшем вы будете решать их достойно. Хочу поблагодарить вас за верность долгу, за добросовестную службу в интересах нашей Родины и нашего народа. Пожелать успехов, здоровья и всего самого доброго вам, вашим родным и близким. С праздником, уважаемые товарищи! С Днем пограничника!